Атенский храм расположен в красивейшем месте. Дорога очень живописная. В ущелье проходит вдоль величественных скал. Дальше они еще выше. Выше, круче, красивее, завораживающие. Вот, приблизительно как на дальнем плане. И вся дорога такая уходит на перевал, который идет в Цалку. Там высота перевала 2200 метров. Мы год назад впервые здесь побывали, в марте месяце. Здесь вовсю реставрационные работы шли, но не закончены, и что-то сейчас их приостановили. Атенский храм. Атенский Сион его еще называют. В местечке Атене, недалеко от горя, огромный величественный храм. Тут явно видно, что древний. Может быть, даже реставрации он не подлежал. Он как купол выполнен сложнейшим образом. Каменный купол, каменная кладка сама себя держит. Только что прошли мимо самшитовых кустов. Как они великолепно пахнут. Они тропиками, морем пахнут. Здесь вот вовсю реставрационные работы шли год назад, но не особо они продвинулись. Видимо, финансирование закончилось. Целый автобус детворы приехал сюда на экскурсию. Подвесная дорожка сделана к монастырю. И живописная дорога прямо по курсу. Вход в монастырь. Автобус, который привез детвору школьников из горя. И горы. Но они действительно впечатляют. Тут сетку натянули, укрепляющую.